Паводковая ситуация ухудшается во Франции. Национальная метеослужба объявила красный или оранжевый уровень тревоги из-за угрозы наводнений в 10 департаментах на юге, центре и западе страны. Проливные дожди последних дней вызвали подъем уровня рек в регионах. По сообщениям синоптиков, вода начала выходить из берегов реки Армансон в центре Франции. Там подтопления угрожают стать более масштабными. В департаменте Эндр и Луара эвакуировали больше 500 человек. На юго-востоке страны практически полностью затопило поселок Мон-Мариньон. Вода в местной реке поднялась выше 5 метров. Жителей также эвакуировали.